При столкновении трех машин на Эльмаше погиб пешеход. Когда случилась авария, мужчина стоял на обочине дороги. От удара один из автомобилей отбросило на тротуар, прямо на 54-летнего горожанина. Картину трагедии установили по съемкам авторегистратора. Видно, что мужчина стоял на тротуаре, видимо, хотел перейти дорогу, и внезапно его сметает иномарка. Скорее всего, именно из-за ее водителей случилась авария. Владелец Рено, поворачивая на перекрестке налево, не пропустил встречную машину. В ДТП также пострадал пассажир Логана, его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.